Здравствуйте, мои дорогие. Посмотрим, что необходимо знать. Посмотрим по сторонам, что происходит там, где вам не видно ничего. Итак, что необходимо знать? Вот вы будете в центре, что необходимо знать о вас. О вас. И посмотрим, что еще необходимо знать вокруг, да, вокруг вас. Что необходимо знать, что там творится вообще в мире, что творится в вашем мире, в вашем пространстве. Что о вас необходимо знать? Вы словили какой-то шанс? Или у вас он есть? Или вы его вот-вот словите? Вы сами являетесь тем самым, той самой золотой монеточкой, видите? Вы сейчас заслуженно. Боже, какая мощная карта идет, ну представляете? Ну-ка, давайте. Просто настолько мощь, знаете, что закрывает информацию. Так, смотрите. У вас появился, возможно, посмотрите, возможно, вы были с каким-то мужчиной. Тут относительно какого-то короля, король мечей. Встреча с ним, блок какой-то. Относительно вас, вам необходимо знать, что у вас мощный сейчас магнит. Вы какой-то мощнейший магнит. Вот он стоит, его, во-первых, видно его. И если не видно, то он просто чувствуется, да? То есть к нему липнет что-то. Что-то, что необходимо. Магнит удачи. Магнит удачливых отношений. Магнит того, что вы пожелали. Вы прям притягиваете сейчас это. Давайте посмотрим. Еще. И это довольно скоро начнет сейчас прокручиваться. Мужчина какой-то, который вас любит, идет к вам с любовью. Господи, прости. Несет этот кубок вам верховная жрица. Будет перед вами показывать чудеса акробатики мозга. Знаете почему? Потому что он как-то будет ловчить в плане того, как бы завоевать ваше сердце, видите? Он чувствует вашу вот эту натуру мощную, да, такую ведьмацкую, целостную. Ну, он любит вас. Тут какой-то мужчина любит вас, а может быть даже двое. Вот так. Угу. Будем раскрывать по очереди. Так, это вокруг вас. Вокруг вас. Тут кто-то что-то передает. Может, вам что-то должно дать. Что-то должно дать. Насколько это важная вещь. Я просила именно важные какие-то моменты, да, нам раскрывать. Но вам должны что-то дать. Вот какой-то король пентаклей. Кто он такой для вас? Что это за пятерка мечей? Он хотел утаить, но ну, вот как-то обойти. Тут пятерка, даже не семерка, не то что обмануть. Но вот он как что-то дает вам. А что он дает? Связано с каким-то воспоминанием. То, что было потеряно. Может, вы что-то потеряли у него, он вам что-то вернет. Но я тут вижу такие громкие карты. У вас как будто бы в этот момент огромный... Вы видите, как магнит сейчас. Вы притянули не просто так, да? Он вам что-то отдает. А вы можете в этом поучаствовать в процессе луной. Притянуть его луной. Такая вязкая, мощная энергетика, знаете. Как лава какая-то. Лава. Вы затянуть можете его в эту лаву. Он умереть может. Так. Ну, вы, конечно, та еще. Может, вы умеете конкретно манипулировать сознанием человека. Вот именно этого, может быть, и каждого, да. Но тут вот именно этого человека имеют в виду. Вы как маг, который действует в своих интересах. И этот человек просто под вашим пальчиком, да, он как пластилин. Вот что хотите, то вы и сделаете из этого. А что здесь у нас так? Вот так, вокруг вас. Вокруг вас я вижу, тут еще какой-то человек стоит, значит, и что-то... Император. А что с императором? Про императора что-то хотят сказать. А сказать, что он на своей позиции стоит четенько, как солдат.
Вот. Четко как солдат. И готов столько, сколько нужно вот в этой позиции простоять, либо провисеть. Там какая-то... Показывает его дом, его жилище, его трон, да, то есть его, возможно, какое-то место работы, либо место, где он властвует. Вот, и что-то там такое странное произошло. Бррр. Жуть какая-то, что это? Он пытается держаться сейчас, держится из последних сил. О боже, так интересно, я аж за губы взялась. Что-то такое там в его доме, пришел дьявол. Орудуют теперь, разрушают что-то в этом доме. Ну вот, видите как, подвешенный, да? Это закрытая какая-то информация, он вам ее не говорит. Не говорит, но она скоро прорвется. Это информация, которая все-таки выйдет наружу. Возможно, что-то скажет вам. Или он, или кто-то о нем. В доме подвешенный. Вот так я читаю сейчас эту информацию. Там какое-то разрушение произошло. Когда... Видите, на целый клан, семья, клан, бизнес. Вот, пришел разбираться дьявол, хозяйствовать там, хозяйничать. Так, а теперь объясните, что это такое. Может быть, есть какое-то... Это называется любовь к императрице. Любовь к императрице. Послушайте, вы тут и императрица, и вы тут и жезловая королева. Мужчина сорвала голову просто. Вот, вы забрали голову с собой. Сердце еще непонятно, но голову точно унесли. Вот как только повернулись к нему спиной. Он чувствует раздавленность. Желание, не знаю, желание просто вырваться из этого состояния. У него какая-то вот жертва, да, сейчас. Но ангелы четко следят, чтобы, не дай бог, ничего плохого не произошло. Вот сейчас, в этом пространстве, вы и он. Есть такой мужчина. Императора показали. Хорошо. А ну-ка, давайте здесь. А здесь какой-то жуткий страх. Гибельный ужас. Что-то происходит. Это где, господи, прости? Кто-то так в таком страхе страшном. Что это? Смотрите, читаю. Ушел. Это справедливо, либо ушла справедливо, человек ушел справедливо, это все. Радоваться нужно, но ощущается состояние потери и отрешенности. Хочу любить. Так, это мужчина у нас тут выходит, смотрите, ни одной женской карты не было, здесь мужчина. В страхе какой-то мужик сидит, девчонки. Проявлюсь. Ох, как похожая энергия. Но не знаю как. Она такая классная, яркая. Но тут скажет. Вот опять идет эта карта. Видите, тут вторят энергии. Здесь идет девяточка, и здесь девяточка. Это вот эта стойкая позиция его. Видите, она как закостенела. Превратилась жезлы в мечи. Например, не проявлялся, не писал, и это в нем переросло в какую-то хроническую болезнь. Да? То есть нет выхода эмоций, эмоция кристаллизовалась, как говорится. Превратилась в мечи и колет его очень сильно, мучает. Хорошо, и здесь девяточка, замечательно.
Ну что, показывают везде мужика какого-то, который не может справиться с вами. Что у нас-то за девяточка кубков? А это будет новый путь. Новая жизнь у вас будет, которую вы пока не видите. Вам предложит жизнь мужчину бывшего какой-то идет, смотрите, подвешенный. Но вы в такой, знаете, целостности, что вам тот бывший сейчас, знаете, как на один зуб. Если вы раньше не могли справиться, то теперь очень просто. Пожалуйста, будьте осторожны. Предельно пятерка пентаклей идет, ой, пятерка мечей идет от какого-то жезлового. А может это он? Да, то есть тут проявление по интимной близости, когда человек, как говорится, интим произошел, ушел, даже имя забыл спросить. Но вы победите, вы победите. Так, хорошо. Это ваша победа. Еще, то знаете, что говорят? Что какой-то человек... будет проявляться, но, как знаете, как у него в голове застряла мысль, идея о том, что вот с вами хорошо, да, тут по девяточке, и вот он проявляться будет. Да, это может быть и он. Хорошо, и ваша тогда позиция какая? Для вас это как глоток свежего, открытого, да, вот открыли форточку и стало свежо. Вы как собираете результаты того, что делали. Проявляется император. Опять говорят про императора, который, видите, как прям идет злой такой, говорит, план у меня есть. Я знаю, что можно делать, я знаю, что можно сделать, говорит он. Давай пробовать. Ну, вы для него, конечно, очень стоящая такая красивая женщина, которую сложно забыть, сложно как-то обойти. Вот тут все-таки такие рыцарские энергии, когда мужчина хочет сделать какие-то поступки для вас. Вот так вот. Здесь наслаждение ждет. Хорошо, давайте тогда посмотрим совет на все это. Опять, смотрите, карта блока идет. Пока, в принципе, от вас действий никаких Вселенная и не требует относительно, например, тех ситуаций, которые были здесь, да? Совет. Но, с другой стороны, опрометчивых действий не делать, но осторожно, да, осторожно двигаться туда, куда ты хочешь, да, то есть это твоя какая-то цель должна быть. Открыть глаза и понимать, что не так страшно, все будет нормально. Показывают вокруг, вот смотрите, сейчас я читаю энергии мужчины, который вас любит. Все, у него там было разрушение и будет проявляться. У него какая-то новая идея фикс появилась насчет вас, и ему необходимо проявиться. Может, вы кого-то заблокировали? Ну, в общем, будет проявляться. Либо ситуация, когда человек потерял там контакты, адрес, не знает, как прийти, будет его проявление. А у него есть новый план действий, видите? Совет. Еще немножко советов. И еще немножечко советов. Так. Займитесь своим делом, бизнесом, семьей, да, то, что ваше, вот реально ваше будущее, да, то есть то, что составляет ваше будущее. Вы императрица, хозяйка и очень-очень такая шикарная женщина. Это просто роскошь и изобилие. Десятка пентаклей и императрица. Это все-таки надо знать себе цену, как говорится. Если вдруг что, если кто-то обижает, вспоминать, что кто вы такая есть.
Тут вы будете все-таки перебирать какие-то варианты, смотреть, взвешивать, крутить, вот так вот, да. Вот по этой карте я вижу, что мужчины будут стараться вам показать свою лучшую сторону. Тут не один мужчина идет, да. Вот так, вот такое пространство вокруг вас. Будут мужики одолевать. Спасибо вам, мои дорогие. Мы посмотрели немножечко информации. Я думаю, тут, в принципе, тоже было интересно узнать некоторые моменты вам. Я очень рада этому и хочу, чтобы вы действительно получали много советов, много решений каких-то даже на этих видео. Я буду стараться для этого. Вы пишите комментарии, насколько все это вам, ну как, трансформирует ваши ситуации. А я буду делать новые видео. Это вдохновляет меня очень сильно. Спасибо вам за лайки, комментарии, поддержку финансовую. Я хочу, чтобы Вселенная вас благодарила за это большими подарками. И до новых встреч. Пока-пока.